Когда еще был Советский Союз, тогда был Советский Союз, тогда мне приснился сон, я был молодой, неженатый, что я кувыркаюсь с негритянкой, и все так мне хорошо, так хорошо, прошли несколько лет, и я на сборах, на подготовке к спартакиаде народа СССР, такая база спортивная Цахкадзор в Армении, я знакомлюсь с негритянкой, волейболистской сборной Кубы, которые приехали к панамериканским играм готовиться. И мой сон был в руку, и через несколько лет, через буквально 3 года, я с нею кокетничаю, назовем мягко это так, и думаю, Господи, да чего знакомо мне это Мэри, и этот запах мускуса от нее, который от тела идет, хотя только что она после тренировки, после душа. Думаю, да что это? И тут я понял, что... И вот потому мне на всю жизнь эта ситуация врезалась. Я даже в книге своей этот... Такие, где новеллы автобиографического плана, я туда вписал эту статью, этот сон мой туда.